Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня буду делать композицию с грибами. Я решила сделать чашку с грибочками. Грибочки мы будем делать с вами тоже самостоятельно, их разукрашивать. Так что, если вам интересно, что у меня получилось, оставайтесь со мной. В работе я буду использовать самозатвердевающую массу. Это может быть детский воздушный пластилин. Точно так же полимерная глина, она тоже есть самозатвердевающая, или же запекать можно и в духовке. Любая масса, которая засыхает, становится твердой. Делаю грибочки разных размеров. Беру просто шарик массы и начинаю лепить шапочку. Но внутри иголочкой делаю прожилки. Также края можно слегка где-то подогнуть, сделать более тонким или неровным свои грибочки. Тут можно фантазировать, потому что какие-то особенные грибы я не делаю. Также нужно будет сделать ножки, мои ножки тоненькие. И я сделала большую ошибку, потому что все-таки не совсем надежные ножки получаются. Вовнутрь лучше всего добавить проволоку. И оставляю хорошо просохнуть. Они у меня сохли где-то часа 4, мне кажется. Ну а затем я приклеиваю к ножкам шляпки. Приклеиваю я на ПВА-клей. И оставляю на целую ночь просохнуть. После того, как мои грибочки высохли, они становятся светлыми и очень красиво смотрятся. Оставлять можно, конечно же, и так. Я же буду их подкрашивать. Беру акриловую краску, развожу хорошо водой, и разведенной краской я начинаю тонировать свои грибочки. Где чуть больше, где чуть меньше. Добавляю цвета. Цвет у меня жженая умбра. И точно так же оставляю хорошо просохнуть. Они у меня получаются где-то немножко состаренные, грязные, но этот эффект мне очень нравится. Для того, чтобы придать им более интересного внешнего вида, чтобы они все-таки у меня блестели, я покрываю сверху лаком. Но сделала очень большую ошибку, потому что оставила их на пенопласте. Пенопласт же от лака в баллоне начинает плавиться, и грибы падают. Поэтому лучше поставить на что-нибудь другое. Все оставляю хорошо просыхать, а тем временем начинаю постепенно сделать заготовку. У меня чашка высокая. Внутри я помещаю пенопласт и сверху приклеиваю основание, на которое буду дальше все добавлять. Собирать я тоже буду все на термоклей, делаю это очень аккуратно. Приклеиваю с одной стороны грибочки. Дальше нижнюю часть я заполняю мхом, закрываю пенопласт. Также сбоку я добавляю ленты и бирочки. Ну и начинаю внутри заполнять все природными материалами.
Использую их маленькие, потому что чашка моя маленькая. Большие природные материалы не совсем хорошо будут смотреться в такой работе. Поэтому смотрите то, что у вас есть из маленьких материалов. Добавляю дальше природные материалы, добавляю лагуру с подходящего мне цвета, я его не красила, был уже готовый. Немножечко сухоцветов, которые приклеиваю сейчас на ПВА-клей, чтобы термоклея не было видно, ну, хотите, можно и на термоклей. И на этом все, моя работа готова. Также я слегка пшикнула лаком из баллона на природные материалы, и внешний вид тоже стал немножечко мокрый. Цветовую гамму, конечно, можно выбирать самостоятельно, совершенно любую, какую вы хотите. И это связано не только с этой работой, но и со всеми остальными. Я же делаю в тех цветах, которые нравятся мне. Но выбирать только вам. И если вам понравилась такая идея, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Также подписывайтесь на мою группу в Telegram. Мы там очень много чего интересного обсуждаем. Ну, увидимся с вами уже совсем скоро в следующем видео. Пока-пока!